Вославно. Внимание! После окончания двух поединков будет технический перерыв в течение 5 минут. Затем начинаются полуфинальные поединки во всех весовых категориях сегодняшнего дня. На ковре Б в красном трико заслуженный мастер спорта Ахмед Чакаев, Россия. Ахмед Чакаев, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы. Тренер Зелимхан Гусейнов, Амир Амуратов, Жахумахамов. Рамазан Ферзалин борется в синем трико, команда России. Мастер спорта международного класса, тренер Алхазур Минтулаев. Рамазан – обладатель Кубка мира, серебряный призер чемпионата России. Thank you.
Отлично. Каково лице победу одержал Ибрагим Ибрагимов, Россия. Thank you.